В Кройцбурге, одном из наиболее густонаселенных мусульманами районов Берлина, власти запретили публичное празднование Рождества Христова. Рождество христиане смогут праздновать только у себя дома, дабы не потревожить религиозные чувства остальных жителей района. Администрация округа приняла решение отменить в этом и последующих годах публичное празднование Рождества на улицах и в общественных местах, а также запретить употребление христианской праздничной символики в эти дни. Рождественская елка может быть установлена теперь только в центральной части города, выделенной для этого властями заранее. Формальным поводом к запрету празднования Рождества, как ни странно, стало недавнее шумное массовое празднование мусульманами на улицах Берлина окончание исламского поста Ураза Байран, в результате которого поступило, по данным администрации, множество жалоб со стороны местных жителей. По этому поводу власти решили запретить общественное празднование любых религиозных праздников, поскольку запретить только исламские праздники было бы неполиткорректно. Несмотря на запрет массовых религиозных празднований, по-прежнему разрешены массовые гуляния любого другого характера. Главное, чтобы они не были религиозными. То есть такие общественные акции, как гей-парад, карнавал культур, либо пивной фестиваль, вполне могут проходить на улицах Берлина. При этом вопрос о том, что это может задеть чьи-то религиозные чувства или нарушить покой жителей города, даже не рассматриваются. Возможно, по замыслу администрации города, новые празднества должны в будущем полностью заменить горожанам такие устаревшие праздники, как Рождество.